Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и добро пожаловать в новую серию моих самых наилютейших сражений с летающей куропаткой и с зубастой жопой Анжелой. Плавучей, с плавниками, с собакой плавучей. Не нужно забывать, кто Анжела по природе. Даровеньки булы и всем добро пожаловать в новую серию Рафта. Давненько его не было, всего лишь неделю, ну, в принципе, не так уж и давненько. А, Анжела, не вздумай, не вздумай! Я видел то, что ты хотела подкрасться сюда ко мне, уходи, уходи. Если ты ждал, если ты хочешь продолжение, я выпускаю его только для тебя. В прошлой серии, ребятуси, мы с вами нашли этот огроменный остров. Где-то вот летающая куропатка, вот видите, она вот там летает. Что-то хочет, что ты хочешь, куропатка летающая? Не надо, дракон просто, дракон из Игры Престолов, как я уже сказал. Пошла вон! Ба, зацепил за клюв, утащил сюда и захомячил просто. Я очень сильно рад, если ты ждал эту серию, я очень сильно рад, если ты хочешь продолжения. Ведь я ее выпускаю только для тебя. Подпишись, пожалуйста, прямо сейчас на канал, если ты хочешь видеть больше подобных... Подпишись на канал, если ты хочешь видеть больше подобных роликов. И поставь лайкусик прямо сейчас на эту серию, если ты хочешь, чтобы я этому дракону пернатому надрал задницу голыми руками. Но в этой серии мы не будем задницу драть голыми руками, в этой серии мы сделаем кое-что другое. Я так подумал, то что голыми руками я, конечно, могу. Эдисон все могет сделать. Но я все же так подумал, то что лучше все же лук сделать. Зачем я буду сейчас так сильно себя утруждать и делать это все голыми руками, если я просто... Да хватит, пожалуйста. Слушай, если ты мне сейчас плот уничтожишь... Клев! Так, подожди, а как стрелы? Нужно как-то стрелы. Вот, каменная стрела. Мне нужно много камня. Ничего. Не зря же мы находили этот огромный остров, и не зря же мы ждали вот это обновление Рафта. Ведь в этой серии и в этом обновлении мы сделаем с вами много всего интересного. Так, чтобы мне ничего на голову случайно не прилетело, я беру и крафчу себе каменную стрелу. Я не знаю, сколько мне каменных стрел нужно сделать, но окей, давайте еще. Сколько у меня есть? 24? Нет. Дайте мне, пожалуйста, еще пластик, дайте мне, пожалуйста, еще досочку. Крафтим дальше. Опа, 30. Нормально. Но мне кажется, еще стоит, потому что этого точно не хватит. Еще раз, два, еще пластик давай. Я сейчас все свои ресурсы просто израсходую на то, чтобы скрафтить стрелы. Сколько у меня стрел? У меня ровно 60 стрел. Анжелочка! Девушка, которую я искал всю свою жизнь. Сволочь зубатая. Захаваем сырой картофель. 360! Иди сюда! Хуя! Иди сюда! Вы все прекрасно знаете то, что Анжела тоже очень сильно меня любит. Разборки. У всех бывают ссоры в семье. В принципе, вот и все, можно отправить. Анжела! Па! Па! Когда ты сдохнешь? Иди сюда! Нет, лучше не иди, потому что там меня новый враг ожидает. Анжела, оставляю тебя как главную. Присматривай, доблестная моя акула! Присматривай за моим... за моей черной жемчужиной! А! Пираты, капитан Барбоса! Не давай в обиду мое судно, прекрасное! Анжела, не вздумай, собака сутулая. Так, здесь у меня другая собака, летающая, уже сутулая. И много всяких прекрасных ресурсов, которые я сейчас немножечко достараторю. Опа! Два арбузика! Подождите меня, пожалуйста, Америка, Европа, я забыл... Что там нам нужно? Не вздумай, пернатый. Вот сюда. Так, есть ананас. Берем арбузятину. Где арбузятина? Берем арбузятину, ставим вот сюда. Прекрасно. Что нам еще нужно? Манго у меня тоже есть. Берем манго и ставим вот сюда. Ох, какой компотик мы с вами забабахаем. На всех подписчиков хватит, обещаю. И сейчас мне еще нужно... Что это такое? Подождите. Какие-то ягоды, я надеюсь, что я их смогу найти в этой серии. Анжелка, как мы с тобой договорились, оставляю тебя за главную. Не буянь, не хулигань, веди себя спокойно, пожалуйста. Я потопал. Мне нужно найти какие-то ягоды. Ребят, ищите что-то красное. Если вы заметите что-то такое прям красно-красно-красно выделяющееся, сразу говорите: Едисон!
Я сразу же к вам прислушаюсь. Я вижу то, что там есть какая-то пещера. Я туда, конечно же, пойду, но чуть-чуть позже. Сейчас мне нужно посмотреть, что здесь есть. Я надеюсь, то, что я могу завалить эту крысу летающую. Мне просто интересно, как, когда она на меня опять снова, точнее, начнет нападать. Иди сюда! Чу-чу-чу! Ты где, ты где, ты где? Пернатый, пернатый мой дружок. Скушаю предков Анжелки, потому что я их также когда-то заварил и также их пережарил благополучно. Вкусная акулятина. Ладно, мне кажется, что можно забегать в эту пещеру, потому что мне также интересно, что же здесь находится. Сокровища древних морей. Я слышу то, что здесь какой-то яйти или что? Пещерный гриб! У меня будут галюды! Отличное дополнение ко многим блюдам. О, господи, это что такое? Опа, 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 опа. Так как... Опа, ёперсете, сколько здесь всего было? Нормально, 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 мы сюда попали. Пещерный гриб еще один есть, я могу здесь вылезти? Выпустите меня, пожалуйста, на белый свет! Алло, я тут! Я тут! Только я не понял, в чем смысл этой пещеры. Вот в этом ящике и в трех грибочках, которые я смогу заварганить куда-то в мамкин супчик. И все? Это все, что было? Куропатка летающая! И я слышу, как ты там мычишь. Алло, алло, алло! Ты шо? Очумела! Я как бы отошел! Как ты по мне попала? Давай, преследуем, преследуем, преследуем. Я не попал. Ну ты сволочь, конечно. А как мне вообще ее убить? Она слишком какая-то живучая. Ладно, оставим на потом. Бежим в другую сторону. Как бы уже темно, но ничего страшного. Эдисон же не боится темноты. Никто не боится темноты. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Есть ли в комментах те, кто боятся темноты? Один раз попал. Как мне забраться туда, на эту гору, у меня такой вопрос. Опа! А нет, красный цветок. Мать твою! Хватит, пожалуйста, бросать на меня всякую какашку. Мне страшно. Топаем домой, ребята, надо поспать быстренько. Спать! Надеюсь, мне никакой булыжник ночью на голову не прилетит. Пока я буду сновидения видеть. Все? Прекрасно. Попал! Прям перья посыпались! О, посмотрите, перья! Мне интересно, сколько нужно засадить стрел ей в задницу? Как я не попал? Как я не попал? В смысле я не попал? Как я не попал? Я попал! Мне кажется, просто ниже нужно стрелять, а то я ей куда-то в пернатую мошонку выстрелил. А пока мы бежим, если тебе скучно живется, если ты хочешь больше развлекалок, пока Эдисон бежит куда-то в другом направлении. Мне интересно, про что в другой части этого острова. После просмотра этой серии тебе явно станет скучно, поэтому прямо сейчас надо мной появится подсказочка. Нажми и посмотри предыдущую серию, и ты увидишь то, как мы с тобой вообще нашли этот остров, потому что это было очень даже интересно. Готов? Готов? Давай. Раз, два, три, пра! Прямо сейчас надо мной есть подсказочка. Нажимай на нее, тыкай и смотри предыдущую серию. Я уверен, что она тебе 100% понравится. Ну ты же нажмешь, пожалуйста, нажми. А я тебе подарю вот этот ананасик. Смотри, какой, какой вкусненький ананасик. Вот смотри, опа, сначала сам захаваю, а потом тебе подарю. Яга, это черный цветок. Это бревно. Экзотический. Да! Красные ягоды! Ебой! 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 Да, да! Мамкин компот ожидает своего приготовления. Еще. Скорее всего, в этой серии мы с вами уже не успеем убить эту куропатку летающую, поэтому мы это сделаем в следующей серии. Так вот что нас сюда привело! Железный свиток. Вот что нас сюда привело! Вот эта радиостанция какая-то, которая здесь якобы еще до сих пор работает. А я-то думаю! А все, больше на этом острове ничего нет? Вот там какая-то грязюка, там какие-то камни. Там мне показалось то, что это акула-анжелка, но акулы-анжелки я почему-то больше не наблюдаю. Как я уже сказал, только никому, ребят, не говорите. В следующей серии, всю эту серию мы посвятим тому, чтобы убить эту мохнатую, волосатую, пернатую куропатку. Опа, еще ягоды. Вот она, вот она, вот она, вот, видите, вот там. Мне просто интересно, что с нее выпадет, и мне интересно, дадут ли нам какой-то трофей. Ну, по крайней мере, должны.
Давай, я тебя жду. Давай, давай, давай. Попал! Хедшот, мазафакер! Мне тоже хедшотик прилетел, ну как бы я этого не ожидал, но он мне тоже так нормально шандарахнул. Опа, ананасик еще один. Не попал! Или попал, или не попал, или попал все же, или не... Да! Мазафакер! И еще минус здоровья. Я не знаю, сколько у тебя там этого здоровья осталось, но явно не очень так много. Все, как я вижу, больше на этом острове, к сожалению, ничего нет. Я могу еще бежать, все, я могу еще посмотреть, что там есть. Я, в принципе, сейчас это и сделаю. И потом мы возвращаемся обратно домой. На наше судно, где сейчас правит капитан Барбосса. А, вот, вот мы куковали с этого места, да? Вот, вот мы были вот там. Ага, понятно. Ну да, как я понял, как я, в принципе, предполагал, здесь больше ничего интересного нет. Ну, пожалуйста, ну скажите мне то, что этот остров не такой уж пустой. Скажите мне, пожалуйста, то, что здесь еще что-то будет. Прям такое огромное-огромное. Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста. Пра! Попал! Мазафакер! Попал, мазафакер! Слушайте, мне кажется, хватит. Мне кажется, стоит успокоиться, потому что в следующей серии такими темпами просто не будет. Я его прямо сейчас завалю и все. Все, хватит, 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 хватит там на меня камушки бросать, пожалуйста, хватит, я законопослушный гражданин. Собачка, ты где? Подводная собачурка! Вот ты где, миленькая наша! Все, хватит бросать на меня всякую дичь! Заколебал? Компот, компотина, компотина. Пра, красные ягоды. Хорошо, это очень отлично, очень замечательно. А что мне дальше делать, у меня такой вопрос. Запустите, пожалуйста, эту шарманку. Как она работает? Может попрыгать? Алло, алло, как слышно? Прием. А, положить досочку нужно. Ну, о, значит... А, опять булыжник нахлебало прилетел. Так, собак... Пра! Отстань от меня. Сейчас у нас будет борщец, мамка оценит. Так, давай, давай, давай. Я на самом деле реально хочу больше всяких рецептов. Как видите, здесь у нас только сейчас один рецепт есть. Это реально компот. Поперчить, посолить, повегетировать, плюнуть. Отстань. Опа, Анжелка, ты опять здесь набуянила, да? То, что я тебя прошу до серии ничего не делать, как бы тебе вообще плевать, да? Ну ладно, ну ладно. Смотри, смотри, что эта собака сутулая сделала. Она мне здесь все обгрызла. Все, что только можно было. Вот, три блока обгрызла мне. Анжела! Хуя! Хуя! Да! Еще одну Анжелку завалил. Ну, Анжела, не надо тебе было нарываться. Иди сюда. Иди сюда. Все, больше ничего не выпадает. Прекрасно. Так, крюк, крюк, крюк. И бошку. Где башка, Анжела? Вот, можем надеть бошку. Ра! Анжела так делает, акула, точнее. Мне кажется, нет, точно не так. 6 бошек Анжелки у меня, чтобы вы понимали, насколько много у меня Анжел. Насколько много Анжел я уже завалил, точнее. А, где мой компотик? Компотик, пожалуйста, дайте мне компотик. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Снупер Эдисон. Па! Па! Ах ты ж. Да! Что это за жижа? Да как ее кушать? Может просто лицо туда? Не? Подскажите мне, пожалуйста, как есть эту жижу? Я просто неандерталец. А, глиняная миска. Ну окей, эту жижу мы с вами скушаем в следующей серии. Также в следующей серии мы убьем эту куропатку летающую. Но, как я уже сказал, это будет чуть-чуть позже. Сейчас мы попьем просто вот этой водички, и я всем вам скажу огромное спасибо за просмотр. Если ты хочешь продолжения, ты знаешь, что делать. Ставь лайкусик прямо сейчас, подписывайся обязательно на канал, я обещаю то, что... Вот наберем здесь 20 тысяч лайков, сразу же выйдет следующая серия Рафта. И в следующей серии мы убьем вот этого, который вот там только что летал, и попробуем мамкину жижку. Вот эту. Мне кажется, она будет вкусной. Тем более со стрелой внутри. Вот, смотрите. Ладно, ребят, еще раз скажу вам всем огромное спасибо. Всем удачи и всем пока.